служу в России и ветеранской организации городского округа Красногорск. Ко множеству медалей, украшающих парадный китель ветерана космических войск Евгения Мирошниченко, добавилась еще одна – юбилейная. Такими же памятными наградами ко дню рождения Красногорья отмечены коллеги Евгения Андреевича по ветеранскому делу, членов окружного совета, объединившего старейших, но, несмотря на годы, по-прежнему активных и заинтересованных жизнью муниципалитета красногорцев, поздравила начальник управления по соцвопросам Ольга Доманевская. Приятные моменты, знаменательные события. Наши ветераны – это наша гордость, это наше продолжение. И как раз напутственные слова сегодня звучали, что они должны нести в наши школы, нашим подросткам, детям, рассказ о Красногорской земле. И не только о Красногорской земле передают знания подрастающим местным жителям ветераны. Они делятся воспоминаниями как о славном, так и трагическом прошлом страны, свидетелями и участниками которого были многие из членов Совета. За работу с детьми, подростками и молодежью в организации отвечает специальная комиссия по патриотическому воспитанию. Мы проводим классные часы по различной тематике. Особенно ориентируемся на красные дни календаря, на все битвы Отечественной войны. Курская, Сталинградская, под Москвой, снятие блокады Ленинграда, за Днепр и другие. Ребята очень интересно нас слушают, потому что мы каждому классному часу делаем презентацию, приходим с каким-то документальным фильмом, им все объясняем, рассказываем. Им настолько это интересно, им рассказываешь, они даже не верят, что такое было. Не менее ответственно организация готовится к 90-летию округа и с особым трепетом принимает памятные награды. Совет играет важную роль в общественной жизни Красногорья уже 35 лет. Эту круглую дату ветераны муниципалитета отпразднуют в ноябре.